присутствовали на презентации Лейки в Казахстане. Я думаю, для многих фотографов это будет достаточно значимым событием, потому что теперь они могут приобрести все продукты, которые им приходилось заказывать какими-то левыми путями, там, без гарантии, сервиса и всего остального. Теперь они все это могут заказать и купить официально, вот, например, в магазине «Фотолавка». Эта камера – это идеальный инструмент фотографа. В ней она аскетична. Да, в ней нет современных вьюшечек, нету, скажем так, тысячи программ съемочных и так далее. Но, с другой стороны, подумайте, а надо ли это фотографу на самом-то деле? Вчера мы ходили на презентацию фильма «Сталинград», и там в холле были выставлены фотографии вот тех времен, то есть Второй мировой примерно. И сейчас как-то так получилось, что мы пришли на презентацию фирмы «Лейка» в Казахстане. Нам сообщили такой интересный факт, что, по сути, все кадры, практически все кадры, которые были отсняты во время Второй мировой, были сделаны, вот, собственно, фотоаппаратами «Лейка». Господин Аднан, наш директор компании АДС, это Сингапур. Он приехал сюда специально на эту презентацию. First of all, I thank all of you for coming to attend this very small event. Большое спасибо прежде всего всем за то, что вы сегодня пришли на это маленькое событие. Сама компания Leica. Фотографическая компания Leica начала свою деятельность в 1849 году и начала производить объективы и микроскопы. И в 1923 году Leica произвела первый фотоаппарат, прототип 35-миллиметровой камеры. Мы стали официальными дистрибьюторами Leica на рынке Казахстана. Пока проводили что-то вроде мастер-класса, я смотрел на фотографии, слушал человека и думал, что на самом деле все это очень круто. И как бы не знаю, насколько я смогу себе это позволить, но скорее всего я когда-нибудь возьму, возможно, хотя бы начального класса, какую-нибудь лейку для того, чтобы она как бы была в арсенале и как бы можно было что-то щелкать, радоваться, и людей радовать.